Плечо к плечу срастаем в землю. Горит и кружится планета над нашей родиною дым. И значит, нам нужна одна одежда. Одна на всех за ценой в небо. Thank you.
каком году? Я вот мы захватили его. Давным-давно пришло, что ж он не приходит, этот час долгожданный. Вертолеты прилетели. Значит, погода хорошая. Все. Yeah.
Нулевой километр. Прекрасно. Входим. Вход на Красную площадь. Все. Батарейку поменяли. Аккумулятор. Дождь начинается. Мамой уже. Уже. На Красной площади. В этом году интересно. Народа, что ли, меньше? Волонтеры стоят. Над Кремлем. Народ идет. Папу, берегите папу, все полетело. Берегите папу, держите. Ух ты, какой ветер ураганный. Ой, папа, держись, я тебя держу. Ух ты! Там трибуны! На трибунах сидят все в дождевиках. Какой ветер страшный! Молодец, держишься.
экраны на трибунах. Красная площадь. 9 мая 2022 года. Я прошла. Вот. Всех провезла. Всех моих родичей. Всех моих друзей. Всех моих знакомых. Бабушек и дедушек, братьев и сестер, всех моих односельчан. Всех участников войны, ушедших на войну из Совета. Я вас люблю. Ветер сильный, но мы стойкие. Они проходили такой путь, такую войну. А это ерунда. Это ерунда. Это что, видите? Видите, какие лозунги кричат. Народ молодец. Папуля! Вот, прошли почти. У кремлевских курантов. Уберите флага, пожалуйста, если можете. Просто спасибо. Ох, как сегодня быстро прошли-то. Время еще только 15:30. Ой, простите. С праздником, ребятки! Молодцы! Вот она, красота! Вот она! Папа, прошли? Все хорошо, все отлично. Сегодня прошли быстро. Видишь, время 15:35.
Волонтеры стоят, мальчишки и девчонки. Молодцы, молодцы. Это еще что-то здесь происходит. Кто-то импровизировал что-то. Вот она, Росгвардия. Строю бессмертного полка. Молодцы. Главное управление Росгвардии по городу Москве. Бессмертный полк. Ой.